хочу с большущим удовольствием представить нашего сегодняшнего гостя Валерия Константиновича Железова. Вот более подробно о нем рассказывать смысла не имею, потому что любой садовод о нем так хорошо знает его работу, знает информацию, которая на его сайтах расположена. Поэтому, Валерий Константинович, с большущим удовольствием предоставляю вам слово и рады вас будем услышать. Так, хорошо. Значит, сейчас мне надо включить. Я могу вот так сделать? Мне надо сейчас включить вот это вот. Я надеюсь, все видят вот то, что сейчас. Да, да, мы хорошо вас видим. Видим, да? Значит, да, видим и слышим все. Осталось только пощупать, Валерий Константинович. Пощупать, это, знаете, я когда-то высылал Степанову, генеральному директору НПО Челябинск. Я был у него в гостях, он меня переманивал. Ключи от квартиры, 50 тысяч по тем временам. Вот. Я его, знаете, чем? Я, конечно, отказаться подкупил. Он мне выписал 2000 черенков. Первый и последний. Мы, кстати, о грушах говорим, то есть я по теме. 2000 черенков в 9 посылках. Потом ее кандидаты наук, женщины, сказали, что такое качество ни разу не видели. Там было и пару сотен черенков груш. Вот. И что я сделал? И у меня это самое, когда пришла пора плодоношения, а еще заказ-то еще был оплачен, но впереди зима. Вот. Я ему взял, выслал 2 посылки с грушами. Вот. Ну, догадайтесь, какая была реакция сами. Все, что производил на тот момент НПО, это было, например, как производство запорожцев. Вот так вот. Но это к слову пришлось. Почему? Вы говорите, как бы попробовать. Вы только... у меня особая манера изложения. Это, извините, начал с хвастовства. Особая манера изложения. Я был студентом. Я знаю, что такое на задних партах спят, а на передних чего-то пишут. Вот. А потом... после того, как я сделал уже больше 1000 фильмов, я изменил манеру полностью. Она заключается так. Я начинаю говорить, я открываю секреты сада. То, чего не видит никто практически никогда. Я имею в виду широкую публику. Не вас. Кто-то из вас может лучше знать меня. Вот. А я для широкой публики. И что получается? Значит, человек слушает. Каждая картинка, это она даже заменяет разговор. Многие, ну, на лицо. Прям видно. Не надо даже говорить. Но я говорю, и когда человек начинает засыпать через 3-5 минут, я раз другую картину, совершенно другая тема. Это же груша, но другая тема. Разговариваем, и он еще что-то освоил. Только он начинает засыпать, я ему третью фотографию. Не удивляйтесь, это особый стиль. Вот. 1500 фильмов. Вот. Я их называю рассказы чукчи. То есть еду по степи или по тундре. Олешек вижу, я это, ну, в общем, поняли. Только разговорный стиль, и не удивляйтесь, что я буду начало, потом конец, потом середина. Хотя мог бы начать так, вот семечко, и что с ним делать. Поехали.